tantsuviis , põrgule meil tantsuviisis . kas sa pead parematest viletsamaks pead , endale koolime saama jah . nõnda vana isa meelde tuleb noorus aeg , mina löön ja mind endiselt on kolm mingi vaev . kui aga vana ema kaasa viis , siis me kõrvusele soovime , kes on kõrge mees . aga vana ema oleks nagu jönni täis , nagu looruse lust oleks ka muudel läinud . taadil on tantsuga mis kiiberut , me päevased läks läbi arvi on oh-oi , oi , oi . kuule vana mees , kas on üldse terve arv peas , oh-oi . Здравствуйте! Приветствую всех на своем канале «Истории тетушки Ани Лак». За прошедшую неделю я не выпустила ни одного видео. Меня захлестнули раздумья и не дали выплеснуться творчеству, которое почему-то безропотно заткнулось. Но это разговор длинный, а на сегодня, надеюсь, сомнения попритихнут, и я выпущу наконец-то очередной ролик. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Вот назвала я канал «Истории тетушки Ани Лак», а Ани Лак – это фестиваль на Филиппинах. И уже четвертую субботу подряд я разгуливаю по фестивалям. Смотрю свои ролики и думаю, какую интересную, насыщенную, духовную жизнь я веду. Я не такая, как все. Я одухотворенная. Но Вселенная решила надо мной посмеяться. Изучая тематику молодого блогерства, я обнаружила, что люди в моей возрастной категории начинают в основном с кулинарии. Все ринулись учить готовить. На Ютубе утонуть можно в рулетах, салатах, запеканках, тортах, пирогах и тому подобном. Причем повторяется это от одного блогера к другому. И я захотела даже закричать. «Хватит жрать! Сколько можно думать и заниматься едой? Выйдите на улицу, посмотрите вокруг, полюбуйтесь природой, обогатитесь духовно и нравственно». И Вселенная отправила меня на фестиваль национальных кухонь. «Одухотворенная, говоришь, что-то по тебе незаметно». И я, потупив глазки, вроде нехотя, но с большим любопытством направилась на этот фестиваль. Проходил он в Московском парке Победы 19 сентября 2020 года. Так как парк огромный, я не сразу нашла место проведения. Начало было в 12:00, а я попала туда к 14 часам. Праздник был в разгаре. Площадка была огромная. По обеим сторонам располагались шатры с названиями разных кухонь. На сцене выступала любительская фольклорная группа. По-моему, какой-то балтийской страны. Но балтийская кухня на этом фестивале не была представлена. Так же, как и украинская, хотя со сцены звучали украинские мелодии. Возле каких-то палаток толпился народ, какие-то не пользовались спросом. Я познакомлю вас со всеми представленными кухнями. Но, может быть, я что-то и пропустила. Итак, первое место по стремлению отведать что-то национальное – занимают немецкая, австрийская, корейская, восточно-кавказская кухни. Очереди туда были длиннее всех. Это что, прям австрийские-австрийские сосиски? А что там внутри? Все, выдай, пожалуйста. Это кетвейн безалкогольный, да. 450. А, безалкогольный, да? Да.
30 рублей стаканчик. Слушайте, ну везде народ. Какую кухню не возьми, везде народ стоит. Выглядит красиво и пахнет вкусно. Так, на лаваше, что ли? Хозяин кухни где? Немецкая кухня. Ой, какие сосиски, сардельки, обалдеть. Так, надо сюда потом подойти, когда все посмотрю. Вот как-то очень аппетитно. Свиная рулечка. Ой, с капустой. У меня дома тоже капуста сейчас. Ой, красиво. Шкварчит все. Можно подумать, с поваром работал, да? А всю жизнь. Да, вот это впечатляет. Недаром сюда народ стоит. Потом примерно одинаковым спросом пользовались шатры с греческой, грузинской, американской, вьетнамской, осетинской, киргизской и узбекской кухней. Так, греческая кухня, народу немного. Интересно, чем там угощают? Сейчас посмотрим. Пошли. Вот какие-то тарелочки. Первый раз слышу такое название. Да, да, да. Мы более 15 лет в Греции уже делаем сыр. Вот сейчас открыли производство. Мне понравился вот этот с чесночком. Вот этот с чесноком. А возьмите, пожалуйста, с... Вот это открытие будет. Что за американская кухня? Неужели там кухня есть? Наверное, сплошные чипсы. Ну-ка посмотрим. Точно, кукуруза. И чипсы. Вот и вся американская кухня. Чипсы – это начос. Начос? Да, они отличаются от чипсов. Да? Чем? Во-первых, им вкус придает только сырный соус. То есть они сами по себе практически безвкусные. Но мне они нравятся на самом деле больше, чем чипсы. Поскольку они как и не острые. Есть и острый начос, но эти нет. Одни соленья. Ветер такой, все сносит. Ой, как травами пахнет хорошо. Хинкали, вареники, пельмени, пахлава, ачма, хали, баклажаны с орехами, облепиховый сбитень. Вьетнамская кухня. Слушайте, я пока хожу, снимаю, мне, наверное, ничего не достанется. Так, это заготовочки лежат. Это похоже на плов, но какой-то такой специфический.
да, плов. А, и, наверное, хаш какой-нибудь. Нет, здесь никаких рисов. Клондайком, это значит, киргизская кухня. Идет к девушке, она его не пускает, но он ее уговаривает, и они шутят до утра. А тут утро дают попробовать. Утро. Тут можно попробовать, да? Да. Это что, айран? Жидкий творог. Похоже, жидкий творог? Да. Первый раз вижу. Я тоже никогда не слышал. Творожный вкус есть точно. Такая приятная кислинка. Паназиатская кухня, что-то никого нет. Давайте посмотрим, что там. Супы. Они все острые, нет? Нет, только томатные острые. А почему тогда паназиатская? Если не острые, так это и мы такие готовим. Ну, в смысле, не Азия. Не вся Азия. Европа. А можно посмотреть? Там ничего нет. Русская кухня, как всегда, представлена пирогами. Этих пирожков везде и так полно. Ватрушечки, пирожечки. Ну, здесь ничего сложного нет. Все как обычно. Как в любом этом теремке. Так, итальянская кухня. Народу чего-то нет. А сейчас посмотрим, чем они угощают. А, пицца. Понятно. И практически не было очередей в русском, итальянском и паназиатском шатре. Но пирогами, блинами, пиццами наших жителей не удивишь. Эти кухни широко представлены в городском общепите. В двух шатрах была возможность продегустировать продукты. В греческом шатре можно было попробовать сыр. Мне понравился с чесноком и базиликом. А в киргизском шатре давали попробовать маленькие творожные пирожки и жидкий творог. Первый раз о таком слышу. Но вкусно, и творожный вкус очень чувствуется. Если у вас нет средств, приходите к открытию фестиваля. Надегустируйтесь, и покупать ничего не надо. На таком фестивале вы бесплатно получите не только зрелище, но и хлеб. Ну а я соблазнилась на немецкие сардельки. Только видео об этом у меня почему-то не сохранилось. Сардельки были солоноватые, но очень вкусные. Накушавшись, все потянулись к сцене за зрелищем. Активное участие в увеселении принимало старшее поколение. Молодцы! Правильно делают! Прочь уныние и хандру! Приготовились? Шаг, шаг, раз, три. Шаг, шаг, раз, два, три. Ножка. Вернулись. Другая. Вернулись. Смена. Половинка. Смена. Приготовились. Шаг, шаг. Раз, два, три. Другую сторону. Шаг, шаг. Раз, два, три. Я тоже зажигала под рок-н-ролл. Но записи не сохранились. Наверное, что-то не то нажало. Поэтому представляю слабое покачивание плечами на ваше обозрение. Ну что же, мне понравилось. Если вы, так же как я, относитесь к этой жизни, заходите, подписывайтесь, жмите на колокольчик, ставьте лайки и будем дружить. А если вы пессимист или погрязли в хозяйских делах,
Заходите, смотрите, как можно отдыхать и радоваться жизни. Привет!